военные и на фронт. Оставляю твою жену. Ждать ты будешь. Это хорошо, когда жена не ты, как у вас ответ. А если это не ты, а второй фронт, как у них. Чего спрашивается такая жена? Все-таки дождешься, что я тебя пошепчу. Больше ни слова. Николай Васильевич, Алиса в курсе, что вы на фронт летите? Пока нет. Она думает, что как раньше на испытании. Я хочу, чтобы мирная жизнь продлилась для нее еще хоть немного. А вы, наверное, очень любите свою жену? Раз решились на план, ради ее же спокойствия. Вы знали, уже нет живых, а я только еду. Не говори так, пожалуйста. Мне больно. Я не умею писать письма. Я буду просто писать. Жди. Вернусь. А об остальном догадываюсь. Я не суеверен, но... Вот. Почему ключ? Как? Это же ключ от дома. Слышишь, я не хочу, чтобы ты вскакивала на каждый стук. Я вернусь без стука и открою дверь своим ключом. Что письмо? Где его письмо? Да.